Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики. Приветствую вас на своем канале. Кто еще не подписан, подписывайтесь, пожалуйста. Кто подписан, пишите комментарии, как проигрываются у вас мои расклады. Это очень важно в работе. А сегодня тема нашего расклада будет такой. Каким будет 2021 год для меня? Посмотрим мы эту интересную такую тему, да, мне тоже интересно, каким же этот 2021 год будет для меня. Вот сейчас мы все вместе это и посмотрим, что нас ждет в 2021 году. Расклад будет общий, конкретно вашу ситуацию я не знаю, конкретные какие-то ситуации, да, возможно, объяснить не смогу, потому что читаю карты в общем. Итак, настраивайтесь, пожалуйста, думайте о хорошем, о позитивном, и мы посмотрим сейчас, каким же будет 2021 год. Итак, ух, ну, пока нам говорят карты, что 2021 год ждет нас вот... Сложным немного он будет этот год, скажем так, то есть мы устали от 2020 года, да, то есть от каких-то там непонятных происшествий вот этих всех, и, ну, судя по всему, в 2021 году, вот, понимаете, эта ситуация, говорят нам высшие силы, разрешится, не переживайте, вот это вот, да, состояние наше, вот этого вот, я думаю, что это касается всей этой эпидемиологической нашей обстановки, да, то есть будут здесь какие-то положительные изменения, положительная динамика, мы ее должны почувствовать, говорят нам высшие силы в этом году, в 2021. Действительно, вопрос будет разрешаться, будем мы все переходить на какой-то другой уровень, да, будет это все улучшаться, обстановка, да, чего же это касается еще? Ну вот, понимаете, будем строить планы, нам говорят высшие силы в 2021 году, мечтать о чем-то. И нужно это делать, строить планы и мечтать, будет изменение однозначно положительное. Чего касается этого, серьезные какие-то положительные изменения нас ждут. У кого-то это что-то будет касаться каких-то правовых документов, судов, кто-то, возможно, замуж выйдет, говорят нам высшие силы, кто-то разведется, здесь тоже такое может быть, кто-то решит вопрос в суде, то есть будет принято какое-то решение, кто судится сейчас, да, кто-то просто, знаете как, поступит правильно, примет какое-то, возможно, правильное решение, да, то есть что-то такое будет. А может быть, кто-то устроится на работу в какие-то государственные учреждения и осуществит свою мечту. Ну вот будет при этом, говорят нам карты, продолжайте мечтать, потому что ждет вас встреча с мужчиной или будете вы с мужчиной. Возможно, кто-то заключит брак с мужчиной, водной стихии, рыцарь кубков здесь проигрывается у нас. Такой прекрасный, моложавый, подтянутый, да, может быть, моложе вас даже мужчина. Он такой, видите, прекрасный рыцарь на коне, который испытывает к вам чувства, который полон эмоций, очень такой эмоциональный, чувствительный мужчина. Кто смотрит по гороскопу, опять же, повторюсь, мужчина водной стихии. У кому-то карты говорят, что вы будете с этим мужчиной, кто еще такого мужчину не повстречал, вот этот мужчина будет тот, о котором вы мечтали всегда. Вот, наконец-то, вам, да, вот такого мужчина пошлют высшие силы. Ждет, что вас ждет в 2021 году? Любовь вас ждет в 2021 году. Каким он будет? Вы смотрите, девочки. У кого-то здесь еще и рыцарь жезлов, понимаете, вам встретится на пути. У кого-то это мужчина огненной стихии, тоже, кстати, моложавый или моложе вас, либо ваш ровесник, да? Такой мужчина активный, мужчина страстный. Может быть, все это у вас объединится в одном мужчине, что он будет и чувствительным, и страстным, таким ярким, уверенным в себе. У кого-то здесь, возможно, какая-то поездка, девочки, кто планирует, да, что-то будет, может быть, кто-то планирует какую-то эмиграцию, какую-то поездку куда-то. Вот это вас ждет в следующем году, говорят нам карты. То есть, скорее всего,
состоится это событие. Что еще? Да, кто планировал куда-то переезжать, возможно, переезд у вас состоится, и будет он успешным. Успешным будет этот переезд, говорят нам карты. Да, все пройдет хорошо, не переживайте. То есть кто-то, может быть, что-то ждет, какого-то принятия решения, возможно, да, там, по эмиграции, по переезду. Будет принято это решение, и вы поедете. Об этом нам говорят Таро. Давайте посмотрим еще. Каким же будет еще 2021 год? Покажите нам. Покажите нам. О, ну, будет, скажем так, этот год, вы знаете, то есть... Очень будет он интересным, этот год. То есть мы все войдем в какой-то новый этап, да, в новый виток вот этого нашего колеса сансары, колеса фортуны, нашей жизни, в новую какую-то эпоху, в новую эру, в новую реальность, в новую действительность, говорят нам высшие силы. Что-то, что будет кардинально отличаться от того, что мы себе представляем. Но... От нас здесь ничего не зависит, то есть здесь все предопределено сверху, да, не нужно нам переживать, да, не нужно нам торопиться, а здесь вот, понимаете, нужно спокойно воспринимать те события, изменения, которые произойдут и будут нас ждать, потому что это только укрепит нас по карте силы старший аркан. Посмотрите, у нас весь ряд старшие арканы. Год будет серьезным. Так говорят нам высшие силы. У кого-то этот год будет переломным в судьбе, в жизни. Да, кто-то действительно поменяет страну, возможно, да, место жительства. Кто-то выйдет замуж или разведется, кто там к чему идет, да. Но воспринимайте это спокойно, нам говорят высшие силы. Не нужно вдаваться ни в какие крайности, да, очень сильно переживать, не входите в депрессию, ни в коем случае не поддавайтесь каким-то вредным привычкам, да. Это то, что вас ждет впереди, вас ждет что-то очень хорошее, благодаря чему вот этим всем изменениям обретете силу, вы станете вот такой прекрасной, сильной, уверенной в себе женщиной, да, то есть, возможно, ну, говорят нам высшие силы, да, что будет встреча с мужчиной, и вот мужчину этого вы сможете вот так приручить, вот так вот обуздать его, звериный там нрав, да, королевский, и будете, вот так вот он будет ластиться к вам, этот мужчина. Вы справитесь с трудностями, если они вас ждут, да? Вам откроются какие-то новые двери, говорят нам высшие силы. Не переживайте. Препятствия, если вы видите сейчас на своем пути, вы их сможете преодолеть. Но только тогда вы сможете это преодолеть, если вы не будете поддаваться каким-то сомнениям, понимаете? Вот это вот переливать из пустого в порожнее, да, что ах-ах-ах, ох-ох-ох, не нужно этого делать. Воспринимайте спокойно, вы повлиять на этот процесс никак не можете, вы должны только положительное вынести из этих изменений, говорят нам карты. Да, у кого-то здесь, возможно, будет духовное развитие серьезное очень, кто-то, возможно, увлечется эзотерикой, кто-то просто будет развиваться в каких-то практиках, я не знаю, медитации, может быть, вы увлечетесь, может быть, будете какие-то книги серьезные читать, в чувствах, кто, да, у кого это интересует, все будет стабильно, все будет стабильно, не будет ничего плохого, да, то есть вы будете достаточно в комфортном находиться состоянии, говорят нам высшие силы. Не переживайте,
У кого-то здесь, возможно, будет либо отношения по переписке на расстояние начнутся, либо, если они у вас уже есть, они продолжатся. Кто-то, возможно, будет работать по интернету, да, на онлайне, перейдет на этот онлайн, либо найдет работу по онлайну, да. Что-то у вас будет развиваться, вот эта сфера, сфера коммуникации интернет, сфера услуг интернет-услуг, сфера общения интернет, именно в интернете. Вот это нас ждет в новом 2021 году. Каким же еще он будет? Ну, а у кого-то вот будет рядом с вами, окажется, король жезлов. Каким будет этот год? Кто-то будет с мужчиной в этом 2021 году. Кто-то, может быть, и не с одним мужчиной, как нам говорят карты, да? Там у нас два рыцаря выходили, теперь у нас король жезлов выходит, мужчина огненной стихии, кто смотрит. Кто-то по переписке с ним познакомится, с этим мужчиной через интернет. Также нам говорят карты, подсказывают, да, с мужчиной страстным, ярким, огненным, уверенным в себе. Да, девочки, очень у многих здесь мужчина будет, вы с ним познакомитесь именно на просторах интернета, либо вы будете в разных городах, ну, как бы на расстоянии с этим мужчиной находиться, вот, и будете, знаете, начнется все с переписки, с безобидной такой, ну, мужчина этот будет рядом с вами, будет такая встреча у вас в 2021 году, а у кого-то еще и с королем кубков, вот посмотрите, нам говорят карты, то есть мужчины будут в вашей жизни, а здесь мужчина водной стихии у нас проигрывается, мужчина эмоциональный, чувственный, да, который любовь ставит на первое место, такой мужчина тоже может встретиться. Вот выбирайте, как говорится. Но мужчины однозначно, у кого нет мужчины, тот должен мужчину встретить. Обратите внимание на возможности знакомства онлайн, говорят нам карты. Да, вот это за этим, возможно, будущее. Луна. У кого-то здесь, девочки, возможно, беременность в этом следующем 2021 году. Да, у кого-то что-то прояснится, если были какие-то неясности, какая-то поступит информация, может быть, какие-то документы вы ждете. Вот эти документы вы получите, говорят нам карты, не переживайте, да, что-то прояснится. Вот. Да. Что еще? Оставите позади вы вот эти вот какие-то закончившиеся отношения, возможно, которые уже не функционируют, останутся позади, и вы увидите, что впереди-то у вас еще ого-го, аж целых, возможно, даже и два варианта, а может быть и больше, говорят нам карты. Каким еще будет у нас 2021 год? Давайте посмотрим общее вообще еще атмосферу. Будет хорошим этот 2021 год. Девятка кубков – это у нас карта комфорта, карта удобства, карта достатка, карта полноты чувств. Понимаете, говорят нам карты, что будет хорошим этот год у вас. Не переживайте. Не переживайте, финансово будет неплохим этот год, очень. Шестерка Пентаклей очень хорошая карта. Возможно, кто-то поможет вам даже деньгами, да, то есть, возможно, какое-то поступление денег, которого вы не ожидаете, да, подарок или помощь от кого-то. Либо сами вы заработаете больше того, чем на что рассчитываете. То есть, финансовая сторона будет хорошей, говорят нам высшие силы, да. Кто планирует беременность, здесь, возможно, кстати, даже и двойня у кого-то будет беременность двойней, тоже такое возможно. Примите вы решение, выйдите из этого вот состояния, да, когда вы не знаете, что делать, выйдите вы из него, говорят нам высшие силы, и кому-то действительно мужчина приедет, кто-то действительно его встретит, вот посмотрите, какая здесь карта красивая, говорящая у вас, да, выходит, вот, кто-то дождется информации, либо какой-то, да, письма, посылки, которую ждет, ну,
в целом атмосфера предстоящего 2021 года у нас будет, ну, непростой, да, непростой, говорят нам высшие силы. А у нас какой год был простой? Да, все свои плюсы, свои минусы, но в любом случае встреча, кто ждет встречу, состоится. Беременность, скорее всего, кто планирует, тоже вы действительно забеременеете, даже смотрите, тут двойня может быть, да, вот, кому-то приедет мужчина или произойдет эта встреча, по финансам все тоже очень будет неплохо, ну, а развиваться будут услуги, работы, связанные с онлайном и с интернетом, ну, это ни для кого не секрет, но высшие силы еще раз нам об этом говорят, еще раз подтверждают этот факт, да, поэтому не бойтесь, возможно, строить отношения какие-то, завязывать знакомства в интернете, тоже советуют высшие силы, там гораздо больше вариантов, и вот уже сколько у нас там, 3 или 4 мужчины вышло, да, возможных вариантов, которые, возможно, встретятся в следующем году. Ну, вот такой расклад у нас получился. До свидания, всего вам доброго, увидимся в следующих видео.